Организаторы конференции отметили, что ее тема была выбрана не зря. По их мнению, большая часть необходимых для развития региона и материальных, и интеллектуальных ресурсов сосредоточены внутри территориальных громад. Правильно построенный диалог власти и общественности позволит выявить их и использовать максимально эффективно. Дуже багато ресурсів, які можна залучати не лише з Києва чи там з країн Європейського Союзу. Дуже багато ресурсів є на місцевому рівні, саме завдяки тому, що працюють громадські організації, і ці ресурси потрібно залучати в наші міста, в наші райони для покращення життя. Именно на построение эффективного диалога власти и общественности и направлен проект «Мой местный депутат. Знаю, контролирую, сотрудничаю». Без участия граждан в процессе принятия решений на местном уровне эффективность работы органов местного самоуправления повысить невозможно, уверены организаторы проекта. В минулому році в пілотних наших громадах – це Селідово, Новоазовськ, Тельманово – ми вже дійшли до того, що разом влада і громадськість – аналізували, які є наявні проблеми в кожному з міст, і потім спільно вирішували, яким же чином дані проблеми вони будуть вирішувати. І на практиці вже пробували проводити деякі акції по збору коштів, по реалізації маленьких проєктів. Также благодаря проекту вчера на сессии Донецкого горсовета было решено, что теперь работа местных органов власти будет находиться под четким контролем. І з 1 січня запроваджується тотальний контроль за тим, як депутати Донецької міської ради виконують свої основні обов'язки, як вони беруть участь у засіданнях сесій, як вони беруть участь у роботі комісії. Как заявляют в Комитете избирателей Украины, уже есть достижения в установлении диалога местных органов власти и общества. Например, по результатам проведенного Авдеевским горсоветом опроса выяснилось, что беспокойство жителей Авдеевки вызывало освещение города. Максимально были брошены силы для того, чтобы осветить парки, скверы. И сейчас уже у нас по городу, мы приглашаем в наш город гостей, очень приятно пройтись по центральным улицам, по центральным паркам, скверам. Вот, они освещены, мы поставили видеокамеры, нашли способы, чтобы максимально обезопасить наших жителей, чтобы в связке милиция могла оперативно реагировать на какие-то правонарушения. Помимо освещения, по инициативе горожан были созданы новые детские площадки и решены многие коммунальные проблемы. Как отметил председатель правления Донецкого комитета избирателей Украины, сегодняшняя конференция предновогодняя и поэтому необычная. Что это, с одной стороны, подведение итогов определенных достижений и результатов, с другой стороны, это планирование деятельности на будущий год. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что определенный как бы шлейф такого праздничного настроения и добрых, позитивных ожиданий будет сегодня присутствовать. И судя по успехам реализации программы «Мой местный депутат» в пилотных территориальных громадах, у проекта есть будущее. Екатерина Павлова, Александр Пугачев, Первый муниципальный.